рядовки. Еще и маховик есть. Мы вчера нашли несколько маховиков. Но мы вчера в красивый лес ездили, а сюда приехали просто ради интереса. Надо было лучше ехать погулять, но вчера мы гуляли в красивом лесу. Там много-много грибов было. И ходить приятней, чем здесь. Русский гриб-трутовик. Я давно их не снимаю, потому что очень и некогда, и красивые не попадаются. Но эти расчудесные. Хоть ты их бери себе домой на сувениры. Шутка. Пусть живут и тут радуются. О, какие красивые. Настоящие трутовики, березовые. Залезла на какой-то пень. Ой-ой-ой. Бедный пень, бедный пень. Он рухнул. Красиво. Красиво. Очень красиво, круто. Батарейка закончилась, к сожалению. Вот. Ого, какой шалаш. Из тех берез поваленных. Вот это уж трутовики. Да! Сейчас. Вот такие они. Это были чешуйчатки когда-то. Слегка я заблудилась, но нашли ориентиры. Свое вот мое поваленное дерево. От него я знаю, как под... Батарейка закончилась. Мы уходим. Все. В этом лесу есть и красивые места иногда. Птицу делает.